На этой неделе основным продуктом для завтрака станет тонкий армянский лаваш. Начнем с омлета с сыром в лаваше. Нам понадобится совсем немного компонентов. 1 лист тонкого лаваша, 1 яйцо, 200 граммов любого полутвердого сыра, растительное или топленое масло, соль и перец по вкусу. Лаваш нарезаем на полоски шириной примерно 10 сантиметров. Хранить лаваш лучше всего в пергаменте. А если он сильно засохнет, можно смочить кипяченой водой и сложить в герметичный пакет. Спустя час лаваш будет снова мягким. Сыр нарезаем ломтиками не шире ленточек лаваша, так, чтобы примерно дважды обернуть его. Сыр – источник белка. Незаменимые аминокислоты участвуют в образовании мышечных волокон и нормализуют массу тела. Сыр на завтрак возбуждает аппетит и стимулирует выработку пищеварительных соков. Яйца взбиваем вилкой с солью и перцем. Каждый ломтик сыра оборачиваем полоской лаваша, окунаем в яйцо и обжариваем по 3-5 минут с двух сторон на сковороде с маслом. Жарится очень быстро, не передержите. Разрезаем аппетитный квадратик. Сыр расплавился. Очень вкусно. Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака.